головой у лидера что-то не то. Он грубейшим образом нарушает первую статью основ национальной безопасности, и он открыто говорит, что он уничтожает русских, генофоб-то, славян. Но вот у меня ощущение, что здесь как бы требуется помощь психиатра. Почему? Потому что вот начало специальной военной операции. А что это такое? Вот посмотрите, насколько в паническом, я не знаю, как назвать этом состоянии, начинается действие, под которого нет, не прописано, что это такое. Должен быть специально написан федеральный закон о специальной военной операции. Это раз, два, три, четыре. Этого нет. Тогда происходит то, что не прописано. Почему вы решили, что это специальная военная? А я скажу, что это не специальная военная. Это должен же быть алгоритм. Дальше, вот опять состояние психоза. Подчеркиваю, вот страх мой как ученого, что до сих пор до людей не дошло, что психоз может овладеть лидерами мировых держав, которые, у которых есть ядерное оружие. Дальше, а кто отдал приказ войскам нашим пересечь границу? А нет. А в какой форме он должен быть издан? В форме указа или распоряжения президента. Все остальное устно нелегитимно. Вот он говорит, я отдал распоряжение. Не имеет юридического значения, только указ или распоряжение. И тогда говорят, ну это ж тайна военная, да ничего подобного. По Конституции обязательно должен быть опубликован. Почему не опубликован был указ или распоряжение о вводе наших войск на территорию другого государства? То есть вы хотите сказать, что действия носили антиконституционный характер? А то есть по Конституции совсем по-другому прописано последовательность. Нет, вот опять, ну мозги, да. Крыша поехала, прошу прощения, я говорю о высшем руководстве, но я врач. И вот та болезнь, которая есть у президента, она страшна еще тем, особенно то лечение, которое принимает, ломает психику, формируется апокалиптическое мышление. Пропадите, там больной, он ненавидит здоровых. Вот такая вот сифилис, там рожа тяжелая, проказа, туберкулез открытый. Вот у людей такое ощущение, он здоровых ненавидит. Заразное же заболевание. Нет, оно заразное. То есть получается, что вся наша политическая верхушка уже как бы так себя завела в некую касту прокаженных. Да, вот эта каста прокаженных. Даже не медицинские последствия, да. Потому что заражение, да, идет. Да, да, да. А вот ломается психика, и человек принимает неадекватные решения. Чем сталкиваемся? С тем, что вот вы говорите, что фактически политическое руководство страны определяется волей человека, который, возможно, принимает неадекватное решение только вследствие болезни. Что мы к нему предъявляем какие-то претензии, а он болен. Да? И с этим вот мы должны считаться. Если мы это поймем, то все пойдет немножко по-другому. Правильно я говорю? Единственное, это не версия. Если бы у меня версия была, я бы никогда не выступал. Да. А у меня абсолютный... То есть это диагноз. Это диагноз, да. И вот я сейчас выступил, издал монографию. Мы ее, вот я думаю, опубликуем и в интернет-варианте, в письменном, и в интернет. Разошлем, в том числе в руководство и коллегам из главного медицинского управления. Я же все-таки врач, и я с уважением отношусь к коллегам. Но я вижу, они сейчас совершают уголовное преступление, скрывая наличие инфекционно опасного больного. И поэтому, еще раз говорю, у меня это не версия, это стопроцентные доказательства с фактами, что действительно человек болен. И многое из того, что происходит, становится объяснимо в рамках вот той медицинской логики, которая сопряжена не только с физическими страданиями, но с изменением психики человека. Нужно, может быть, провести, вот у нас есть Александр Редько, Александр Алексеевич, у него есть этический комитет. Вот заслушать там мои материалы, этично или нет, мне докладывать о здоровье президента или моим коллегам из главного министерства управления, главного медицинского управления, скрывать наличие инфекционного заболевания. Вот провести вот такую открытую дискуссию, подать в суд, вот мы хотим завтра-послезавтра подать в суд на коллег по уголовной статье, что они скрывают, для того, чтобы довести до людей. То есть мы должны им всем дать понять, это не ложь. Это не фейк, это реально больной человек. А если он больной, правильно говорят, дело не в Путине, а дело в системе. Но начинать нужно с наведения порядка с головой.
И что еще интересно, вот невольно получается хвала небесам, вот сложилась такая ситуация, что если мы доведем до людей реальную картину, и он болен, то по законам эпидемиологии все окружение, которое с ним контактировало, там напрямую написано, те, кто контактировал, подлежат обследованию и диспансерному наблюдению. Получается тогда, ну вот точно у Медведева та же самая картина, он однозначно уже... Я понял. Всю Думу, весь Совет Федерации, да. Весь Совет Министров под карантин. Да. По жизненным показаниям нам необходимо срочно сказать правду о состоянии здоровья лидеров. Да. Ну, уже, извините, если ты врешь, то тебе уголовная статья за клевету. А если это не клевета, то тогда уголовная статья тем, кто скрывает этого больного.